Ребята, день добрый. Я покидаю Санкт-Петербург с чувством хорошо выполненного долга и работы, но в то же время с чувством грусти. С вами было хорошо и приятно. Спасибо за теплый прием, спасибо за совместный труд. Я надеюсь, что мы увидимся в самое ближайшее время. Все, всем привет, пока, спасибо. Мое замечание, что у меня нож кидать пистолет, все падают в обморок. Я вас просил, поднимай, пока у него руки от меня. А потом просто перевожу, пройдя в болото. Можно сюда прятать. Это для чего? Человек обычно возражает. Чтобы вы возражения не слышали. Но там стоит, и вы типа не знаете. Окей? А потом уже. А потом вниз, а потом переворачиваю. Это для того, чтобы обрушить его центр тяжести. Пам, ничьи, не, пам, вот видите, сейчас это будет вот этот центр тяжести идет. А так вы, ничьи, не, пам, вот, не слова возражения. За все Рензи Кэмпа, которая нас объединила. Компания!